Алиса, когда должны быть отправлены приглашения на званый ужин? Сегодня доставили приглашение на новогодний бал у великого князя. Все будет выдержано в старорусском стиле. Позвольте представить, моя дочь Алиса. Замужество наводит порядок даже в самых буйных головах. Она упряма, думчива. Ее сложно заставить, ее нужно убеждать. Я не верю, что из миллиарда живущих на планете людей тебе предназначен только один. А миллиард — это что такое? Это было дурацкое пари. Я не хотел вас напугать. Я не могу просто так выйти из дома, тем более в такой час. Я покажу вам совсем другой город. Вы что, зовете меня на тайное свидание? Раскрой мне секрет. Кто же ты? Ты ничего обо мне не знаешь. Ты выросла в огромном дворце, а я родился под лестницей. Сегодня я увидела кое-что в ваших глазах. Это помогло мне многое понять. Не живи по чьим-то правилам. Живи по своим. Иногда самое простое решение, самое тяжелое в жизни.